Здравствуйте, друзья! С вами Роман Фат, и сегодня давайте мы с вами поговорим о таком магическом действии, как крадник. Что это такое, на что он нацелен, и какие дальнейшие последствия у человека могут быть, если на него поставили крадник, и как это вообще скажется на его судьбе и на его дальнейшей жизни. Крадник – это классическое негативное действие в магии, нацеленное на то, чтобы забрать у человека удачу. Это действие делается достаточно часто, делается на разные, опять же, сферы жизни человека. Это может быть крадник на здоровье, это может быть крадник на деньги, это может быть крадник на красоту, ну и так далее. Как он работает? Основная вообще задача у того, кто делает крадник, это суметь скопировать образ жизни, действия человека, у которого он хочет отобрать удачу. То есть делается действие, если мы говорим о краднике, только тем человеком, который имеет определенный доступ, вхож в вашу жизнь. Дальше начинают делаться действия на то, чтобы как раз увести у человека удачу. И в какой-то момент, как это обычно выглядит, опять же, вы начинаете замечать, что у вас вроде еще месяц назад все было хорошо с деньгами. На сегодняшний день вы не понимаете, что происходит. То есть такое ощущение, что удача проходит мимо вас. Также, допустим, если делается крадник на красоту, допустим, у девушки начинают там сыпаться волосы, начинаются какие-то высыпания на коже, и тот человек, который сделал это действие, посмотрев на него, вы сразу же понимаете, что как бы это тоже не просто так, потому что чем вы хуже начинаете выглядеть, тем та женщина, которая, допустим, на вас сделала крадник, выглядит лучше и становится более красивой, успешной, ну и так далее, и так далее. Это действие однозначно нужно снимать, потому что в противном случае ваша удача, она просто будет принадлежать другому человеку, и вы будете жить не свою жизнь и проживать не свою судьбу. Поэтому касаемо крадника, самое действенное – это все-таки так или иначе обратиться к специалисту и проработать вот эту ситуацию с точки зрения энергетики и всего остального, чтобы ваша судьба, ваша удача вернулась к вам, и вы продолжили жить так, как вам вообще написано по судьбе. Чтобы открыть дороги к финансам, удаче, здоровью и личной жизни, нужно сначала почистить свое поле и чакры от крадников и других негативных воздействий. Совсем скоро я проведу новый бесплатный вебинар «Трехшаговая чистка энергетики от негатива на 7 уровнях», на котором вы устраните утечки энергии и уберете весь негатив. Прямо сейчас регистрируйтесь на вебинар по ссылке в описании к видео. Сразу после регистрации я отправлю вам бонус – диагностику на наличие негативных воздействий в энергетике с точностью в 95%. Желаю вам удачи! С вами был Роман Фат.